театрик небольшой приглашает в гости вас. Мы с открытою душой будем с вами в этот час. В театре нашем страсти и бурные волнения, в театре наше счастье и ваше настроение. Мы сегодня сбились с ног, прежде чем попасть сюда. Третий прозвенел звонок, добрый вечер, господа. Вы знаете, я искренне рад, что у меня сегодня очень много гостей. И чем гости неординарнее, тем они интереснее. Чая у нас много, и я рад... Кстати, кто это сопит? Ух, ёлки-сопилки! Вы у нас кто? Кто вы у нас? Видишь, как рассопелись, а? Гальцев Юрий Николаевич. Очень приятно. Я понял, так вы у нас в рубрике «Молодые таланты». Чем вы нас побалуете, порадуете? Я молодой строитель. Я вижу, вижу, вижу. Прямо со стройки к нам? Нет, строитель семьи. О, строитель семьи. О, очень приятно. Строитель семьи. Сам шью, готовлю, парю, режу, строгаю, отрезаю. Отчасти хирург вы, я понял, да? Нет, строитель с хирургическим уклоном такой, да? Семьи. Да, я вижу, что вы талантливый человек. Это сразу видно невооруженно, что вы все делаете сами. Сам шью, да, парю. И порите тоже, чувствуется. Все умеете. И что вы? Что? Что вы тут сопите? По какому поводу? Хочу передать привет своей родне. Поздравить с 23 февраля, с 8, 9, 10 марта, с 1 апреля, с 12 апреля, с 20 я ноября. Я понял, я все понял. Итак, до 1 января все да. Понял, да? Да. Давайте, пожалуйста. Пожалуйста. Хочу поздравить тетю Валю, дядю Витю, Наташу, Андрюшу, дочерей Машу, Митю, Колю. Отдельный привет Николаю Афанасьевичу, Раисе Григорьевне. А вы не увлеклись? Нет. Вы там никого из ближайших районов не прихватили, нет? Нет. Вы знаете, у нас дело в том, что у нас программа все-таки не резиновая, гости гостями, а надо поздравить кого-то одного, поздравить, отопеть своего. Сейчас. И снова на стройку. Так. Парить, жарить, там, сейчас. Я не знаю, парить, резать. Кто называлось? Давайте быстрее, давайте. Время. Раиса Григорьевна называл. Ну, давайте. Николай Афанасьевич называл. Называли. Давайте Андрей. Кого-то одного. Андрей. Давайте пальцем ткните, и все. Вот давайте я вам помогу. Давайте, вот давайте. Я смотрю, вам самому не рассопеться никак. Оп! Степанида Николаевна. Вот, Степанида Николаевна. Она у нас кто? Она мама бабушки. И сколько ей? 103. Так что ж мы сидим? Поздравляете? Поздравляю. Все, что ли? Все. Вот, а стоило так сопеть по этому поводу. Ну все, спасибо. Пожалуйста. Спасибо, что пришли, посопели. Пожалуйста. Спасибо. Несколько слов о любви. А надо ли? Надо. Ну, давайте. Любовь. Мы об этом читали в книжках. Любовь. Мы такое понять не могли, но постепенно мужали мальчишки и до нее доросли. Молодцом. Спасибо. Растем. Расту. Растем, растем. Хорошо, хорошо. Секундочку. Вера, распорядитесь, чтобы манеж был сегодня чистый, да? Просушите опилки. Козлов выпускайте по третьему свистку. Я говорю, Козлов по третьему свистку. Слушаю вас. Слушаю вас. Слушаю вас. Кто вы? Извините. Просто у меня очень... Кто вы? Я... Прыгун! У меня очень нервный номер, я... Как номер называется? Одинокий летун. Спокойно! Спокойно, спокойно! Что делаете? Спокойно! Вы меня взволновали. Спокойно! Вали. Что делаете? Я ставлю в центре манежа бутылку, открытую бутылку с водой. Забираюсь под купол. Из купола... Прыгаю вниз в бутылку и ныряю в нее. Вот. Молодой человек! Что вы мне мозги пудрите, а сам циркач? У меня и мать, отец, дед, бабушка, все циркачи. А вы мне мозги пудрите. Да это невозможно. Я раскрою вам секрет. Но только вам. Когда я прыгаю сверху из-под купола в бутылку, подлетая к ней,
Я незаметно из кармана достаю воронку и вставляю в горлышко. Остальное дело техники. Что вы творяете? Совсем охамели? Правил не учишь? Да я тебе сейчас... Не ори. А ну выйди сейчас же. Стоять. Калек. Да тут какой-то дурс в меня в задницу въехал. Но... Ну куда? На охоту я собрал. Стоять, сказал. Я... Стоять. Тишина. Слышишь? Ну? Ну что? На охоту ехал. Но позови ребят. Да, пусть приедут, разберутся. Я... Улица какая? Вы знаете... Не... Улица какая? Миклуха-Маклая. На Миклуха-Маклая дом. Дом. Дом 7. Дом 7. То есть 6. Да. И 6, и 7. Пусть здесь ребята 6, улицу возьмут. Да. 7. Да, хорошо. Разные зовут. Дома. Зовут как? Кто зовет? Тебя как зовут, Дух? А, Вася Синий Матвеевич. Вася будет стоять. Да не шизую я, Вася будет стоять. Как выглядит? Овощ. Да, овощ. Да, будет стоять с какой-то палкой, да. Это... Тонну баксов. Да, тонну. Хватит. Машину его заберете. Я... Да. Поймите, я же... Что? Я хотел... Просто смотрю вы, а я вижу, что... Дистанция не соблюдена, просто я на стройке работаю прорабом, а мы там всегда покрикиваем. Я выбежал, думаю... Он еще ругался на меня. Нет, я... Просто это у меня... Как ты меня назвал-то там, а, Вася? Это не со зла, я просто... Вась, не ори, как ты меня назвал? Я просто сказал, что вы здесь стоите, вы... Так, а я... А вы сразу... Слышь, может, не надо, может... Он меня козлом назвал еще. Нет. Это не я. Это мне сорвалось просто. Это сорвалось у меня. Да ну не надо весить человека, пусть живет. Может, я поеду, извините, я был не прав. Так. Мне просто надо ехать, потому что на стройке бетон завезли, и он уже смешивается и каменеет. Кто каменеет? Бетон. Где? На стройке, я прорабом. Не вижу лица, позади лицо. О-хо-хо, Дуст. Может, я поеду, а? Может, отпустите меня? Нет. Уже... Все, договорились, все, выезжай. Хватит договариваться, вы меня вывели из себя. Раз на то пошло, я не хотел батарейки сажать. Я, раз вы так, извините, я не буду ждать. Сидор? Сидор Николаевич? Полковника Иванова позовите. Да, да, да. Слышь ты, Вась. И Матвея Давидовича. Ну ладно, ты слышишь? Матвей Демьянович, пришлите два птурса. Ну ладно, вызывать-то там, слышишь? 6-7, да, я рассчитаюсь. И звук, слышь, Василий, с собаками. Василий. Ну голодные собаки, это и хорошо, что голодные. Ну ладно, тут что ты сразу вызывать? Кормить не надо. Да, нет, оскорбляют, да, понимаете. Я не хотел вас напрягать. Ну ладно, ну что, мы разберемся, что ли? Что ты на самом деле? Да перестань. Быстрей, я ОМОНовцев, да. Всех. На тебе штуку баксов. Штуку баксов. И все, ну ладно, ну мы разберемся, как пацаны-то нормально, правильно? Правильно. Ну. Ну все, иди. Ну и не надо было заводиться. Ну все, ладно, ну, иди. Ну все. Ну ты тоже ну, прав, все. Василий. Ладно, и давай. Ладно, иди. И поехал. Иди. И все. Запчасти свои заберу. Давай. И не надо по мелочам. Фух. А Зина не разрешала мне ребенку радиотелефон купить. А если б не он? Ну, Зина, ты за это ответишь. Так, ну что ж, больно, реакция у вас хорошая, значит, можно уже, в принципе, отдавать распоряжение. Мария Ивановна, в пятой палате, будьте добры, пожалуйста, можете пятую койку освобождать. Да-да-да, выписываем, да-да-да-да. Ага. Значит, мне осталось уточнить, кто вы у нас. Вы у нас пи... Не... пи... Не понял? Вы у нас пи... Так, понял, сейчас ищем на пи, на пи, на пи, на пи... Пи-пи... Пипенилов? Нет. Пипеткин? Пилипанов. Пилипанов. Понятно, Пилипанов. Ищем вас на букву Пилипанов. Ага. Пилипанов. Пи-пи хочу. Пилипанов, потерпите, вас скоро выпишут, в конце концов. Пилипанов.
Значит, Пелепана поступил на жалобу на зябкость. Я вижу, вы решили эту проблему. Либо самостоятельно, либо по родственнике. Хорошо. И значит, у вас, я смотрю, был диагноз. Значит, такой странный был диагноз. Постоянная навязчивая идея. Вы чувствовали себя семечком подсолнуха. Постоянная боязнь петуха. Ну что ж, я рад, что после серии процедур вы себя чувствуете гораздо лучше, не так ли? И сейчас вы уже знаете, что вы не семечко подсолнуха. Я-то знаю. А вот знает ли об этом сам петух? Марья Ивановна, пока, пожалуйста, попридержите-ка коечку в шестой палате. Будем еще немножечко лечиться. Кстати, Пелепанов, хочу вас порадовать, что у вас очень хорошие шансы на быстрое выздоровление. А вот есть у нас больные, например, Тряпкин, у которых диагноз более серьезный. Представляете, он чувствует себя легковым автомобилем. Доктор, так вам его вылечить проще простого. А зачем? Я на нем на работу езжу. Следующий. Извините, можно? Не можно, а нужно. Фамилия? Поддубный Алек Сандр. Вот ты какой, поддубный Алек. Ага. Сандр. Сандр. Алек. Вот ты какой. Сандр. Ну, хоть что в руках? Инструмент, тромбон. Положите, никто его не украдет. Я здесь не ухожу, просто он прирос уже ко мне, потому что переживаю. Почему в шапке? В оркестровой яме дует, я сижу с краю, и там сквозняки просто надувает. Просто... Ну сейчас вы не в яме, черт побери, а у директора в кабинете. Я привык уже, это мне как личная вещь моего внешнего интерьера. Интерьера. Часть моего внутреннего сейчас мира. Сейчас вы сидите в кабинете Василиса Никаноровна Браунинг, понимаете? Здесь не дует, у меня все хорошо, у меня тепло. Зашли в шапки, еще бы штуну подели, черт побери. Мало того, что у вас 93 заявления за 7 месяцев. Так вы что, перестаньте кривляться. Нервничаю, когда нервничаю. Не надо нервничать, это, не надо. Никто нас не видит, никто не подслушивает, как у вас это няня. Это проявляется. Проявляется. Спокойно. Не надо нервничать, не надо. Ну что, смотрим заявление, сколько у нас уже работаете? 7 месяцев, 93 заявления. Если 93 разделить на 7, сколько будет? 93 делим на 7. 10,5 где-то. 10,5. А совести нет все еще, да? Смотрим, какой у вас оклад. 200 тысяч. У Андреева 120, 107, 106. Вы посмотрите, да вы конец... в яме получаете всех, да. Больше. В яме всех больше получаете за 7 месяцев. Да и конец... все вам мало. Все, вы крутасы какие-то, да? Так они, да? По 2 месяца всего. По 2 месяца. А вы 7 месяцев по 200. А я начал с 30 тысяч. Вы инструменты протирали за 30 тысяч. Читаем заявление. Заявление от тенора заслуженного артиста республики Татарстан Арсен. Татарский Арсен Каранжмяна. Прошу прекратить безобразие в лице тромбониста Поддубного. Читаем дальше. Заявление на алименты от Поддубной ПП. Почему 3 П? Это личное. Личное. 3 ПП. 3 ПП. Ну ладно. Прошу взыскать. Вот. Заявление от мешкома. Просьба урезонить господина Поддубного и по возможности строго наказать. Просим принять меры против Поддубного. Невозможно теперь доколе. Понимаете, дальше. Элементы 75% не заплатил за 6 месяцев элементов. Беременна третий раз. Третий раз от вас народ беремен. Понимаете, третий раз. Ведет себя отвратительно. С 20 по 1 декабря мешал репетировать. Дальше. Бондаренко, Вов, Дроздов, Дьякон, Жакмарин, Калистратова, Кунгур, Синякова, Смирнова, Чертушина, Вдовина и Смирнова, Любица. Простите, а можно еще раз их прочитать? Я их всех напомню. Я знаете, вам сейчас все прочитаю. Кляузничает. Сначала просят сами. Что? А потом начинаю. Ведите себя нормально, начинаю, как и в яме, так и в кабинете. Не надо из себя строить идиота. Просто. Просят, а потом... Не надо из себя строить идиота. Не туда. Люди. Помогите, не люди. Я... Это мне тоже нервы. Я бы еще понимала, когда один человек, но не 93 человека. Сколько у вас в яме сидит? 74. 74 человека сидят в яме. И все дураки, а вы умный. С краю ветер дует у вас в башке. Ветер дует в башке, да? Поддубный. Дует в башке ветер. Где учились играть на тромбоне? Сами сначала просят. Не надо на людей, посмотри на себя. Где учились на тромбоне играть? Самоучка. Самоучка, вот и видно. Самоучка. Поди, еще нот не знает. Ноты-то знаешь? Знаю. Не надо трогать заявление. Знает он ноты. Ну хотите увольнять, раз так? Не надо мне. Я тоже не железный. Не надо мне строить сижу на себя. Сквозняках. Придурка!
Увольняйте, видишь? 200 тысяч. 200 тысяч, не надо дергать так лицом. 200 тысяч у него губище отрастил. Ну а что хоть делаете-то? Что народ-то? Просят, пародировал, просят, пародировал. Вчера пародировал, просили. Кого? Этот Мимякин шел мимо и услышал, сразу он в седьмой в списке стоит. Ну а что делаете-то? Не деньги же даете? Что у нас, бас? Я его спародировал, как он... Все смеются, Мамяки не смеются. Ничего заявления. Ну, естественно, кому приятно. Ну, похоже. Похоже. Ну, а еще кто там был? Кто? Кого еще? Шилова, Шилова, как так? Она с ними тягится. Она ж постоянно. Полная дура, она, я знаю. А этот все время распевается, как съездил в Австрию и по импортной школе. Как кот кастрированный. Я же и так, да, и все время головой еще. Я вчера показывал всем. Вся яма падала. А этот наш цыганский пи***. Этот, цыган-то. Ой, челюсть, челюсть нижняя. У него же губища. И руки. Как будто тебе. Роман. А это-то дура. У меня конюк там, когда я делаю, я вообще. Похоже. Браунинг. Кто? У нас репетиция сейчас. Может, я пойду, потому что сейчас вот... Какая Браунинг? Просто на репетицию уже как бы... Какая Браунинг? Надо... Браунинг, это же я. Вы что? Вот, и вы тоже. Совсем уже? Вон! Вон! Ну, похоже. Похож. Талант, чертяга, талант. Но выгнать придется. Выгнать собаку во двор. Театрик небольшой приглашает в гости вас. Мы с открытою душой будем с вами в этот час. В театре нашем страсти и бурные волнения, в театре наше счастье и ваше настроение. Мы сегодня сбились с ног, прежде чем попасть сюда. Третий прозвенел звонок. Добрый вечер, господа. Безухов! Уж не Пьер ли? Так, молодой человек, вы что, извините, вы что, в футбольную сборную поступаете в таком наряде? Здесь вам консерватория. Выйдите и водите, как полагается. Или вообще уходите отсюда. Вообще уже никакого этикета. Дусенька, извини, меня прервали, у меня сегодня много абитуриентов, ты меня сегодня к ужину не жди. Да, молодая... Поросль такая, да. До связи, целую. Можно? Да. Ну вот, уже поприличней. Вы у нас... Барт. А давайте сразу, у меня нет времени, давайте пойте что-нибудь. Я Барт. Я понял. Я хочу вам спеть песню. Не тяните время, я сразу выясню, есть у вас данные или нет, давайте. Называется «Из чего же». У меня сегодня сто... Что «Из чего же»? Песня называется «Из чего же». Из чего? У меня сегодня, молодой человек, 100 человек. Давайте. Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши мальчишки? Сделаны наши мальчишки. Стоп! Из... Извините, вам сколько лет... 35. Вы себя в зеркало... А рост какой у вас?
188. Ну, 188-метровый молодой человек, вы себе репертуар подбирайте солидный. Давайте что-нибудь пафосное или... Вы все-таки в консерваторию пришли, а не детский помаш, или утренник. Нет, песня есть. А! Слышишь, время гудит, бам! На просторах крутых, это тоже не бам! Не знаете, бам, вам, нам. Здесь нужен классический репертуар, что-нибудь такое, чтобы я увидел, брать вас или нет. Что спеть-то, не что? Знаю. Или современное, вы же молодой, 88-метровый, молодой. Ну, не знаю, что спеть. Спойте что-нибудь или уходите отсюда вообще. Нет. Позвольте мне вам спеть песню, ну... Не позволю. Может быть... Давайте быстро и все. Последний... Стоп, я запишу. Это начало ритмичное, хорошее. Что это? Это Deep Purple. Как? Deep Purple. Deep Purple. Ну, давайте. 72 или 73? Неважно. Что же? Уходите, я сказал! Ну вот, все, пожалуй. Больше у меня ничего нет. У вас совести нет. Идите отсюда. И забудьте вообще дорогу. Вниз ленточный эскалатор, сотни характеров, тысячи лиц, вот он, Шекспира театр. Маски, маски, маски жизни, фрагменты, бровки, губки, глазки, движется лента. Здесь вам и шут, и сам король Лир, рядом и смех, и грех. Прав был великий писатель Шекспир, масок хватит для всех. Маски, маски, маски жизни, фрагменты, бровки, губки, глазки, движется лента. Вот пересадка и новая роль, Боже, как я устал. Новая радость и новая боль, маска, я вас узнал. Маски, маски, маски жизни, фрагменты, бровки, губки, глазки, движется лента. Маски, маски, маски жизни, фрагменты, бровки, губки, глазки, движется лента. Наш театр гасит свечи. До свидания пока, господа, до новой встречи.